Гуляя по городу, можно насчитать не один десяток рекламных объявлений, вывесок, баннеров и щитов, которые так или иначе захламляют город и лишают его архитектурно-художественного облика. На сегодняшний день представители МКУ «Каспийск-реклама» проводят регулярные рейды и выписывают административные штрафы за вывеску незаконной рекламы, не соответствующей нормам. Прежде чем вывешивать в том или ином месте, большая просьба всех наших граждан, рекламщиков прийти к нам, согласовать. С буквой закона мы им покажем, разъясним, что у нас есть порядок. По этому порядку, по закону 19 статье 38 ФЗ, что мы все сделаем в рамках закона, чтобы были удовлетворены наши граждане. И те коммерсанты, те же рекламораспространители. Стоит подчеркнуть, что при размещении рекламных щитов и объявлений нужно придерживаться ГОСТа Российской Федерации, который гласит о том, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы и национальности. А также текст рекламы должен быть исключительно на русском языке. На английском или на других языках, которые у нас сейчас коммерсанты вешают, вывески, рекламы. Есть у нас очень много достопримечательностей города. Я считаю, что можно нашими достопримечательностями города, я не знаю, каждого многонациональная у нас республика, села, не забывая наши многие традиции. Главой города также было решено минимизировать наличие громоздких рекламных конструкций и сменить их на более аккуратные и красивые сети форматы. По словам директора МКУ «Каспийская реклама» Артура Магомедова, в скором времени в городе уже начнутся работы по замене рекламных сооружений. После окончания разрешений договоров мы переводим их, кстати, вот на такие сети форматы, которые очень безопасны, очень красивые и входят в облик архитектурного художественного облика. И по тем, которые залиты новые флянцы, хочу сказать, что вот от старых швеллерных конструкций мы переходим на более безопасные. Важно отметить, что за нарушение при вывеске любых рекламных объявлений и несогласование с МКУ «Каспийск-реклама» будут выписаны административные штрафы. Физическому лицу в размере от 2 до 5 тысяч рублей, а юридическому от 100 тысяч до полумиллиона. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканала «Среда».